Всем привет! С вами Джулия Скай. И как вы поняли, наши с вами поиски Адли превратились в какой-то обман. Ну да ладно, я выполняю свою миссию, а именно это рассказать вам о Ялте. Я бы не назвала это миссией, это скорее какое-то предложение. Ну да ладно, давайте начнем. Это в стиле Брайана как-то получилось. Ну да ладно, давайте приступим. Ялта – это такой город, где вам точно не придется скучать. Даже самое элементарное, что может прийти в голову – просто погулять по набережной. Стоят какие-нибудь памятники, вид на море, много всяких кафешек, магазинчиков, которые стоят немало денег. В общем, было очень здорово. Я побывала в Елодийском дворце. Вообще в Ялте много дворцов, поэтому не стоит зацикливаться только на этом. Территория дворца очень красивая, и сам дворец очень классный, и внутри тоже все очень красиво. Если вам нравится смотреть на различные виды и панорамы, то Айпетри точно для вас. Айпетри – это самая высокая точка горы, какой-то там горы в Ялте, я не знаю, как она называется. А может это Айпетри? Господи! Короче говоря, это горы. Туда надо добраться на канатной дороге, вот. И там, конечно же, обалденный вид. Лень переться в горы, но вы все равно хотите полюбоваться красивым видом, то малая канатная дорога точно для вас. Вам даже искать ее особо не надо, она находится прямо на набережной. Вот прямо идете, и бам, надпись «Канатная дорога», и идете туда. Она, конечно, не такая большая, как, например, на Айпетри, но тоже неплохая. Обязательно посетите малую канатную дорогу в центре Ялты. Это стоит хотя бы ради того, чтобы полюбоваться этим красивым видом. Самая известная достопримечательность – это Ласточкино гнездо. Да-да, и я там тоже побывала. Получила просто офигенные фотки. Кажется, что как будто это фотошоп. Но это не фотошоп. Сейчас мы находимся у замка Ласточкино гнездо. И здесь просто обалденный вид. Монетку, чтобы сюда вернуться. В общем, я
Ялта – это восхитительный, потрясающий город, и я всем советую при возможности туда съездить. Ну и, конечно же, обещанный розыгрыш. Это последняя часть моего квеста, а следовательно, пора перейти к призам. Итак, что вам нужно сделать, чтобы получить эти самые призы? Все, что вам нужно сделать, это написать ответы на задания в каждой части. Ну, например, в первом видео было такое-то задание, и вы должны написать ответ к этому самому заданию. Я не буду подсказывать, сами смотрите. Первые три комментария, если они будут правильными, они получат призы. Ну а теперь, собственно, о призах. За первое место вы получите 300 рублей на телефон. За второе место 200 рублей на телефон. И за третье место 100 рублей на телефон. А вы что думали, что вы миллион получите? После того, как вы напишете все ответы, обязательно киньте ссылочку на свою страницу ВКонтакте, чтобы я могла связаться с вами. Я надеюсь, что вам понравился этот онлайн-квест. Если это так, то напишите об этом в комментариях и поставьте палец вверх. Кстати, о пальцах вверх. Давайте побьем наш рекорд. В среднем под каждым видео у меня 20 лайков. Давайте побьем этот рекорд и поставим 50 пальцев вверх. Я думаю, у нас может получиться. Всем спасибо за просмотр и за активность. С вами была Джулия Скай. Всем пока. Ну да ладно. Пока за окном фонари, этой ночью мы короли. От заката и до зари, лето снаружи, лето внутри. Пока за окном фонари, этой ночью мы короли. От заката и до зари, лето снаружи, лето внутри.